Казахстан готовится к сильным экономическим трудностям. Президент Нурсултан Назарбаев на встрече с премьером Каримом Масимовым поручил составить антикризисный план. Из-за снижения цен на энергоносители поступления в бюджет упали на 40%. Дешевеет и другая экспортная продукция. Черные и цветные металлы, уголь. Вслед за уменьшением прибыли предприятия могут пойти и на сокращение рабочих мест. Нурсултан Назарбаев призвал подтянуть производство, добиться освоения мощности и не ждать финансовой помощи из национального фонда. Все наши предприятия области не должны сидеть и ждать, что государство сейчас деньгами из фонда зальют их и выручат. Не будет этого. Я запрещаю использовать деньги национального фонда на строительство, на поддержание, на субсидирование плохо работающих предприятий. Этого не будет. Все должны начинать работать из реальных. То есть здесь сразу будет видно, какие производства работают эффективно, какие неэффективно. Назарбаев дал поручение премьер-министру продолжить помогать уязвимым слоям населения. Ну и надежду глава Казахстана возлагает на программу «Нурлы-Жол». Она дает возможность гражданам страны освоить новые специальности.